Итак, всем здрасте, господа мои хорошие, у меня для вас новая лампочка. С вами, как всегда, Вовка, вы все знаете меня прекрасно, те, кто на меня подписан. Кто не подписан, ребята, рекомендую подписаться. Потому что, как вы видите, по моей морде лицо краснейшее, руки вон все краснейшие. Я, короче, опять на морозе устанавливал лампочку. Все специально для вас, ребят. И вы спросите, что же такого нового ты можешь показать? А вот могу. А вот интересная штучка приехала. А 15 тысяч люмен света, а вы не хотите ли на две лампочки? А примерно 80 ватт потребляемой электроэнергии для светодиодов, а не хотите ли такую штуку? А световой поток не 6500, как у всего Навсая, а 6000 кельвинов. Ну как, интересно стало? И лампа, кстати, работает в более широком диапазоне от 11 вольт до 30. Ребят, это на самом деле интересная тема. И давайте же посмотрим на нее. И вот она. Дорогие мои друзья, вот она долгожданная штучка. 15 тысяч люмен. Ребят, такой яркой лампы, по заявлению производителя, у нас еще с вами не было на тесте. И это новсы. Как вы видите, это опять новсы, да, есть всякие наклеечки тут, голограммочки, H7 цоколь мы опять видим, да, что мы еще тут видим? Ну, как раз вот 11-30 вольт, работа 6000 кельвинов, ну и 360 градусов свечения. Ребят, только что провозился, установить в Ford Focus вот эту модель, это целая прям... проблема. Не такая, конечно, страшная проблема, как с 3000-ным Навсаем. Там блок здоровый, и как бы все вообще не помещается. Но, ребят, в принципе, можно. Так вот, 2 года гарантии, 2 года гарантии. Вот здесь на наклеечке тоже 2 года гарантии. Ребята, фирма Новсай производит, поставляет и продает, так скажем, продукцию с 2-летней гарантией. Бывает брак. Бывает брак на все, ребят. Нельзя говорить, что вот, грубо говоря, эти лампы, вот они перегорели, и как бы все, что делать. Ребят, перегореть может любая лампочка, вообще любая. Даже Philips лампы светодиодные, которые стоят там вообще космических каких-то денег, они также могут перегореть. Абсолютно все то же самое. Поэтому и нужна гарантия, чтобы было кому прийти, кому принести вот так эту лампочку, отдать и взять новую, поставить и ездить снова, наслаждаться светом. Ведь важно, что ты ездишь со светом. Действительно, у тебя есть свет, и тебе в случае чего, в случае поломки этой лампы, есть кому что предъявить. Ну, вот это самое важное. И горизонт, ровненький свет, чтобы никого не слепить. Вот это важно в нашей жизни. И давайте же распаковывать. Так, что у нас внутри? Внутри у нас, как всегда, есть мануальчик, вот такой, только он теперь какой-то прям скромный, маленький. Давайте его откроем, и как бы два листика таких, вот, но в Сай написано вот так, и гарантийнички, естественно, все, вот как бы новсай. Так, соревнуемся мы сегодня с лампой у нас Osram Nightbreaker лазер, который 130, ребята, вот так вот он выглядит, вот такая вот штучечка, вот здесь вот все написано, что это Osram, что там все нормально, 55 ватт, кладем его опять сюда, трогать стекло лампочки руками нельзя, и теперь же давайте же переходить к рассмотрению самой лампы, ребята, вот такая вот штука новая, вот такая вот массивная, но... пусть вас не пугает вот этот вот охладитель. Он компактный, ребят, даже в свою фару
в которую просто запихнуть что-то лишнее вообще нельзя. А еще там есть такой пластиковый адаптер, ребят, и в него надо вставить вот этот вот штекер. И, соответственно, тут получается вот такая вот хренотень. Ее там еще надо разместить. Я все разместил на морозе, в холоде. Но, ребят, провода гибкие, поэтому все вообще, все нормально в этой жизни, все хорошо. Итак, давайте же начнем. Вилочка. Это контактная группа, нормальная, плотная, хорошая. Ребята, у любой светодиодной лампочки случается нюанс, когда, грубо говоря, она тухнет. Просто вы ехали, она пуф, может потухнуть. Ребята, это не всегда значит, что она перегорела. Просто вытащили свою клеммочку, такую вот, ну, контактную группу, да, с автомобиля, которая приходит на лампу, одели обратно, и у вас все может заработать. Поэтому не всегда надо звонить в панике, бежать куда-то, думать, что все пропало. Нет, ребят, иногда вот это бывает вот так. Так, что у нас дальше? Значит, вилочка вот с круглым проводом переходит в такой пластиковый балачок. Пластиковый, ребята, он пластиковый. Да, да, он пластиковый, с надписью «Новсай». Как бы новсаевский такой пластиковый хороший балачок, достаточно большой. Ну и как бы по заявлению самого производителя, здесь очень хорошая обманка стоит. Дальше, дальше у нас дальше идет почему-то плоский провод. Ну, наверное, для удобства, изгибания там и прочих вот этих вот нюансов. Ну, вот такой вот плоский провод. Переходит он плоский вот такой шлейфик. Дальше у нас в охладитель. И здесь вот алюминиевый охладитель, весь такой легенький, ребят. Но это, скорее всего, опять у нас авиационный алюминий, все хорошо. Кулер у нас здесь стоит, лампа с активным охлаждением, 15 тысяч люмен, как же еще. Ну и, естественно, сама лампочка, ребят, ну, падает. Вот, не самая компактная, конечно, но, ребят, 15 тысяч люмен дает о себе знать. Как бы тут, да, должно быть большое охлаждение, должно быть мощное охлаждение. Так. Съемный у нас соколь, ребята, вот такой вот он, вот съемный, так что вот так. В четырех положениях, видите, вот видите, четыре, да, соответственно, четыре отверстия. В двух положениях можно установить лампу, можно установить вот так. И это будет наиболее правильное положение, когда вот так черточкой в фаре, соответственно, лампа стоит вот так. А можно еще поставить вот так, ребят, ну... Вот даже на линзовой оптике уже, ребята, многие вот убедились, что когда вы лампу ставите в фаре вот так, то в линзе это больше вот бьет вдаль, да, и обочину практически не освещает. То есть не самое правильное положение. Когда вы ставите лампу вот так в фаре и в линзе, соответственно, точно так же, ребят, это у вас идет и ширина, и правильное попадание света на отражатель, и дальше он выдается именно на дорогу. Поэтому вот это положение установки светодиодной лампы в фаре, в рефлекторной, в линзовой является самой правильной. То есть вот, грубо говоря, по отношению к вот этой вот части у вас должна быть здесь вот ровная серединка. То есть диоды должны находиться с правой и с левой стороны. Ну так вот правильно. И, кстати, это не только мое мнение. Все абсолютно те, кто занимается настройкой фары, уже этот факт знают. Так, что же у нас есть дальше? Дальше у нас алюминиевый стержень, который состоит из двух половин. Вот здесь вот такая резиночка сверху, которая закрывает, скорее всего, контакты, чтобы туда ничего не сыпалось. Ну и, естественно, диодные пластины с этой стороны и с этой стороны. Они находятся в углублении, прям в какой-то ванночке, но диоды не маленькие, честно. То есть именно сами по себе диоды по размеру, вот эти вот квадратики, они достаточно крупные. То есть, ну, больше, чем у тех новсаев, которые мы смотрели до этого. Вот здесь, за счет того, что сам по себе диодик побольше, может быть, света и будет побольше. Но это мы сейчас с вами увидим. Но, ребят, на сегодняшний день одна из самых ярких ламп. И солнышко у нас за холм садится, поэтому переходим к самому интересному, к ночному тесту. А потом я уже скажу свое авторитетное мнение.
минус 10, я в легенькой курточке, естественно, мерзну, но могу пока с вами разговаривать, пока не окочурился. Итак, друзья мои, вы уже можете видеть за мной это количество света. Света просто космос, сколько, я сейчас не преувеличиваю, ребят. Если вы посмотрите сейчас на фары, вы просто охренеете. Вы сейчас увидели, насколько диоды превосходят галоген. Свет просто, просто космический. То есть 15 тысяч люмен прям вообще просто. Вот, вот то, что надо, ребят. Но я впервые, наверное, это скажу не в рефлекторе. Вот, ребят, эта лампа не для рефлектора. Это лампа для линз. Хотя производитель заявляет, что все вообще космически, все будет супер, все отлично. Свет отсеченный. Вот я вот так вот стою, я смотрю, не смущает по глазам, ребят. Хотя вот чем дальше отходишь, отходишь, да, все-таки вот, ну, блин, больше. Вот сказывается 15 тысяч люмен, ребят, сказывается, что в рефлекторе это дохрена. Я впервые буду критиковать Новсей, но, ребят, эту лампу нельзя в рефлектор. Эту лампу можно только в линзу, причем, блин, в качественную, хорошую линзу, ребят. Этого света очень много. Вот, вот никогда не говорил, что по глазам лупит, ребят. Вот на галоген смотришь, вообще нормально. На эту, блин, ну прям вот вообще много-много света. Ребят, четкого пучка не получилось. То есть вот даже если смотреть на светотеневую... Давайте сейчас вот так. Да, есть отсеченный свет, мы его видим. То есть вот, 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 вот там вот, вот он, вот он, вот он, отсеченный, отсеченный. В принципе, четкое, прям есть разделение света и тени, но у галогена он более ярко выраженный. То есть, видите, там угол прям, вот, вот угол. У светодиодов, как я и сказал, их можно настроить достаточно грамотно. То есть эту лампу, конечно, можно завести на стенд, поднастроить, ребят, но... 15 тысяч люмен, отблеск от отражателя вверх, ну прям достаточно хороший, то есть вот залито все светом, ну вот как бы это блестит, это я не обращаю внимания, но я всегда отталкиваюсь от собственного мнения, то есть вот насколько мне комфортно смотреть на эти фары издалека, то есть если я присяду, ну это вообще прям зарево. Вот, с галогеном это все гораздо проще. То есть у галогена светотень лучше. Мы везли эту лампу, мы надеялись, конечно, 15 тысяч люмен, рефлектор, все четко сфокусируется, все будет просто космос. Я ехал, светяка просто вообще огромный. Я бы не сказал, что она прям сильно по глазам лупит, но вот эти отблески, ребят, я всегда стараюсь быть честен с вами и говорить так, как оно есть. То есть, ну, потолок в рефлектор, потолок, ну, это 10 тысяч люмен по описаниям, по заявленным характеристикам производителя, не более того. Потому что 15 тысяч люмен, 12 тысяч люмен, это прям... Прям, ну, много, особенно если вот светотеневая вот так вот разрозненная, разбрызганная, то есть она как бы присутствует, я ее даже вижу, но, ребят, но слишком много света и как бы вот, блин, от галогена такого блеска, конечно, нет. С туманками, конечно, потрясающе смотрится, то есть туманки светят ровненько, все хорошо, все беленьким, ребят, если вот так смотреть... очень красиво, но света, вот именно основного света, фар, ну, больше, чем нужно. Да, красиво, да, классно, но я впервые могу сказать, что в рефлектор слишком много. То есть для линзы класс, для рефлектора не айс, вообще не айс, ребят. Просто слишком много. И поэтому, ну, подводя итог этому, как бы, цирковому представлению, могу сказать, что вот эта конкретная лампа, тест на тепло, ну, так себе фара. Фара больше холодная, чем теплая. От галогена она прям горячая. Прям вот, ну, горячая. Вот, ребят, что касаемо туманок, которые показывали в прошлый раз, по яркости я ими безумно доволен. Езжу уже вот несколько недель на них. Свет ровненький, никого не слепят. То есть именно на туманках просто двигаешься по городу. Вообще великолепно. То есть никуда там света не получается так, чтобы кого-то слепить. В основной свет, ну, ребят, надо что-то потускнее, потому что это чересчур, это прям вообще много. 15 тысяч люмен для рефлектора прям вообще много. Прям вот действительно, ребят.
блин, не слепит так, что прям вот, ну я вот хожу со всех сторон, смотрю вот, может с этой стороны, может с вот этой, ну много, много света, ребят, кто любит прям вообще космический свет и как бы всем пофиг, ну на всех точнее, ему пофиг, для тех пойдет, но я бы не рекомендовал в рефлектор такую лампу, то есть много света, очень много, да, очень, не, для линз, вот для линз вообще ништяк, для рефлектора много. То есть вот туманки 10 тысяч люмен, они прям вообще кардинально отличаются, просто. То есть тут фара залитая вся так светом, что прям вообще дофига, прям дофига, прям много. Ну вот и светотень чуть-чуть размытая, то есть вот прям нет такой четкости. То есть, блин, ну будем дальше что-то искать, подбирать, смотреть, пока не готов что-то сделать, какие-то выводы, что именно я фары хочу. Ребят, ну и в конце этого выпуска, ребят... Честно, первый раз критиковал на ФСАИ, прям непривычно, обычно так доволен им, прям что-то с чем-то. Ребят, гарантия должна быть обязательна, неважно у кого вы берете, гарантия должна быть обязательна, потому что присутствует брак, даже на ФСАИ, ребят, столкнулся сейчас довольно-таки не слабо с браком. Как бы бывает всякое, но на любой лампе бывает брак, даже на Филипсе, ребят, как бы вас это не удивило, даже на Филипсе случается брак. Так что будьте аккуратнее, ребят, берите гарантию с продавца, обязательно любой диод может выйти из строя хоть завтра, хоть через неделю, хоть через месяц, поэтому у вас должно быть то место, куда вы потом обратитесь и предъявите человеку за то, что он вам продал что-то, ну, такое, что вышло из строя. Поэтому гарантия должна быть. Ценник вот этих вот ламп для линз, я думаю, сделаем удобоваримым, особенно после выхода этого теста. Ребята, которые нам их привозят, я думаю, они смогут подвинуться в цене. В цене они смогут подвинуться абсолютно для всех. Поэтому вот для линз штука классная, для рефлектора, ну, многовато.